Здравствуйте, в эфире программа «Итоги». Меня зовут Владимир Антошкин. Вспоминаем наиболее заметные события минувшей недели. Коротко об основных темах этого выпуска. Еще один шаг навстречу территории опережающего развития. Кумертауские управленцы продолжают учебу. Начали выдавать открепительные удостоверения, провели жеребьевку. Избирательная кампания набирает обороты. Каждую среду концерт прямо на улице совершенно бесплатно. Живая музыка встречала горожан на площади Угольщиков. Кумертауская управленческая команда освоила третий учебный модуль специальной программы Фонда развития моногородов Сколково. В общей сложности программа включает 5 этапов. В конце управленцы должны защитить проект с конкретными действиями по улучшению экономического положения моногорода. Напомню, что обучение управленческой команды в Сколково – это одно из условий присвоения Кумертау статуса территории опережающего социально-экономического развития. Выборы в Госдуму России назначены на 18 сентября. В этот же день кумертауцы будут выбирать депутатов местного совета. На минувшей неделе завершилась регистрация кандидатов в депутаты и началась выдача открепительных удостоверений. Об этом нам рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Михаил Подковка. В эфире повтор включения. Михаил Николаевич, здравствуйте. Расскажите, сколько кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировалось? Здравствуйте. На сегодняшний день у нас выдвинулось 11 кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания. Из них 9 человек уже зарегистрировано. Я назову эти фамилии. Это Сидоров Виталий Алексеевич, Ахметьянова. Сидоров Виталий Алексеевич у нас выдвинут в порядке самовыдвижения. Я перечисляю тех, кто у нас выдвинут в кандидаты в депутаты. Ахметьянова Айгуля Аратовна выдвинута политической партией ЛДПР. Зубаков Сергей Геннадьевич выдвинут в порядке самовыдвижения. Сарбаев Раиль Салихович выдвинут политической партией «Справедливая Россия». Сапожникова Ольга Геннадьевна выдвинута политической партией «Патриоты России». Байгускаров Зариф Закирович выдвинут политической партией «Единая Россия». Кутлугужин Юнир Галимьянович выдвинут политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации». Махов Борис Анатольевич выдвинут политической партией «Зеленые». Рамазанова Нина Васильевна выдвинута политической партией «Коммунистическая партия Коммунисты России». Гумеров Радис Рафитович выдвинут политической партией «Родина». И Машко Павел Николаевич выдвинут политической партией «Партия Роста». Вот 11 кандидатов у нас выдвинулись, и из 11 9 пока зарегистрированы. Что можете сказать о регистрации кандидатов в депутаты местного совета? В местный совет у нас на сегодняшний день в местный совет по количеству кандидатов в депутаты, выдвинутых и зарегистрированных, у нас следующая информация. В совет городского округа по единому округу, то есть по спискам избирательных объединений, было выдвинуто 6 политических партий на территории города Кумертау. Вы знаете, что 21 июля у нас завершился период выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты в совет городского округа. И у нас получили следующие результаты. Из 6 политических партий по единому городскому округу у нас зарегистрировано 4 политических партии, такие как ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия» и «Патриоты России». К сожалению, не прошли регистрацию у нас 2 партии. Это «Справедливая Россия» и «Патриоты России». Не прошли регистрацию по разным условиям. К примеру, «Патриоты», к примеру, «Партия Роста» у нас по подписным листам не набрали определенное количество достоверных подписей. А «Справедливая Россия» у нас не своевременно открыли избирательный счет и не предоставили к определенному сроку, не предоставили уведомление об открытии счета и первый финансовый отчет. Вот. Что касается одномандатных избирательных округов, я напоминаю, что у нас и в городе 10 будет одномандатных избирательных округов по выборам в совет городского округа. И выдвинуто было 41 кандидат.
по одномандатным избирательным округам, среди которых три самовыдвиженца. На сегодняшний день регистрацию прошли 41 кандидат, 6 человек у нас не прошли регистрацию по различным причинам. К примеру, один кандидат отозвал собственным заявлением, и другие 5 кандидатов не прошли по различным причинам. Вот. Что касается местный совет, еще раз уточняю, у нас зарегистрировано 4 политических партии и 41 кандидат по одномандатным избирательным округам. Всего в местный совет у нас выдвинулось 72 кандидата в депутаты. С сегодняшнего дня начинается выдача открепительных удостоверений. Куда горожанам обращаться за получением этого документа? По открепительным удостоверениям у нас для городского населения следующая информация. С 3 августа по 6 сентября открепительное удостоверение можно будет получить в территориальной избирательной комиссии города Кумертау по адресу улица Ленина, 18, здание администрации, 3 этаж, кабинет 313. Время работы комиссии с 9 до 18.00. Обеденный перерыв с 13 до 14.00. Открепительное удостоверение с 7 сентября можно получить в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Спасибо. Напомню, что на связи с нашей студией был председатель территориальной избирательной комиссии Михаил Подковко. Он рассказал о ходе избирательной кампании. В продолжение темы отмечу, что до выборов 18 сентября необходимо провести ряд предписанных законом процедур. Одна из них – жеребьевка мест в избирательных бюллетенях – прошла на минувшей неделе в территориальной избирательной комиссии. На заседании избирательной комиссии было установлено, в каком порядке будут располагаться политические партии в бюллетенях для голосования на выборах депутатов в местный совет. Порядок был определен методом жеребьевки. Раскладываются номера от 1 до 4 конвертов. Конверты вытягиваются в каком порядке? Когда мы на заседании комиссии регистрировали политические партии, естественно, там определено дата, время. В том порядке, в котором зарегистрировались политические партии, в таком порядке производится и, будем говорить, выбор конвертов. По результатам жеребьевки первой в бюллетенях по единому избирательному округу будет партия «Единая Россия». Далее ЛДПР, КПРФ и «Патриоты России». Что же касается одномандатных избирательных округов, то имена депутатов в бюллетенях для голосования будут располагаться в алфавитном порядке. Далее состоялась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени для проведения агитации на телеканале «Арис» как среди политических партий по единому избирательному округу, так и между кандидатами по одномандатным избирательным округам. Руководителями средств массовой информации были объявлены условия публикации агитационных материалов и показа прямых эфиров. В соответствии с законом статьи 50 об основных гарантиях, мы должны, обязаны предоставить вам всем равные условия. Далее, статья 51 предполагает, что участвовать должны зарегистрированные кандидаты только лично, без всяких представителей. В том числе от имени избирательных дней только зарегистрированных кандидатов, выбранных этим избирательным. По итогам жеребьевки были определены дни, когда в агитации примут участие политические партии по единому избирательному округу, а когда кандидаты по одномандатным избирательным округам. Целой серией пожаров отметилась минувшая неделя в Кумертау и Куюргазинском районе. Так, в общежитии по улице Шахтостроительная, 4, горела квартира на 4-м этаже. Хозяина увезли на скорой, соседей на время пожара эвакуировали. Чтобы попасть в горящую квартиру, пожарным пришлось забираться по лестнице у внешней стены. О причинах возгорания сообщил в эфире радио «Арис» инспектор пожарного надзора Олег Шарафутдинов. В 7 часов 15 минут поступило сообщение. При разборке и тушении пожара было установлено, что в квартире уничтожен диван, стены и потолок, помещения закопчены. Пострадавший у нас был передан сотрудникам медицинской службы. Поступил он с отравлением угарным газом. Предположительная причина у нас – это неосторожность при курении, нетрезвом состоянии самого владельца квартиры. Была у нас произведена эвакуация жильцов. Кроме того, ряд пожаров произошел и в Куюргазинском районе. Так, в деревне Кончура мужчина поджег дом сожительницы и скрылся. До этого он нанес женщине телесные повреждения. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан.
Кроме этого, в селе Новомуропталово сгорели два сарая и два стога сена из-за детской шалости. Горела и сухая трава вдоль железной дороги в Ермолаево, а также в лесном массиве между Ермолаево и Кумертау. Причина возгораний – искры от колес тепловоза. Об этом пишет газета «Кургаза». На минувшей неделе в Кумертау как минимум на одного автовладельца стало меньше. Его автомобиль в счет погашения долга забрала кредитная организация. Исполнили процедуру судебные приставы. Бывает так, что, увидев из окна машину приставов, неплательщики спешат погасить свет, не торопятся открывать дверь. Мол, дома никого нет, местонахождение должника неизвестно, у каждого свои методы. Так или иначе, приставы своего добьются. Так по улице Советская конфисковали машину. По словам судебного пристава, гражданин должен банку около 500 тысяч рублей. Вдобавок, его автомобиль заложен в банк. В рамках исполнительного производства в пользу кредитной организации арестован данный автомобиль. Сейчас у нас происходят исполнительские действия. Данная машина изъята и передана на ответственного хранителя банку. В последующем будут проходить торги, мы ее передадим. Если на торгах данная машина не продастся, то, соответственно, машина будет передана в счет долга взыскателю, в счет погашения задолженности. В городе это не единичный случай. Каждую неделю происходят подобные аресты. Раз в неделю мы всегда арестовываем, изымаем, передаем. В практику это входит. Вот по данному случаю мы сейчас приедем в отдел, составим спецдонос в полицию, сообщим то, что без должника изъята машина, в рамках какого производства, почему спецдонос будет сделан. И уже в ГИБДД и в полиции будут знать, что мы приехали и забрали. Очень легко взять деньги, но довольно сложно их вернуть, особенно с процентами. Приставы советуют, что прежде чем брать деньги в долг, особенно у кредитных организаций, нужно тщательно обдумать такой шаг. Кумертауский суд передано дело телефонного афериста, жертвами которого стали более 20 пожилых жителей Башкортостана. Мужчина использовал старую схему. Он звонил пожилым людям и говорил, что их ближайшему родственнику грозит уголовное наказание. Якобы тот сбил человека. При этом мошенник представлялся следователем и требовал денег, чтобы закрыть дело. В итоге многие пенсионеры переводили на его счет крупные суммы. Однако полиции удалось разыскать и задержать афериста. Им оказался 34-летний мужчина. О ходе следствия по телефону нам рассказал начальник Кумертауского уголовного розыска Бакыджан Сыздыков. В ходе проведенных розыскных мероприятий установили, что звонки совершались из Самарской области. В ходе проведенных розыскных технических мероприятий совместно с управлением уголовного розыска установили лица, куда перечисляли деньги, да, и кто снимал денежные средства. Организовали выезд в Самарскую область, набрали доказательную базу, и лицо, которое все это организовало, было установлено. То есть им оказался осужденный, который отбывает наказание в Самарской области в исправительной колонии. Сюда его этапировали, здесь провели все следственные действия, то есть и после этого направили уголовное дело в городской суд для рассмотрения по существу. Каждую среду прямо на улице и совершенно бесплатно. Речь о выступлениях Кумертауского духового оркестра в августе. Первые серии концертов они уже дали на площади угольщиков. А ряды любителей живой музыки в минувшую среду пополнил и наш корреспондент. Августа на площади угольщиков прошло выступление народного духового оркестра города Кумертау. Музыкальный коллектив состоит из 18 музыкантов, в основном это любители. Для большинства участников это хобби – прийти после работы и наслаждаться искусством – дело для настоящего ценителя духовой музыки. Ну, у нас платят какие-то небольшие деньги, но, поверьте мне, это не те деньги, за которые люди отработают полный рабочий день, тем более в такую аномальную жару, как сегодня, да, прибежать после работы, переодеться и сесть играть для людей. Ну, это не за деньги, тут никакими деньгами это не купишь. Играет в свободное время, можно сказать, два раза в неделю мы собираемся. Как я считаю, для меня хобби, хотя я любитель, профессионально барабаном не занимаюсь. Чисто для души, для меня это как
приятное времяпровождение. Мне нравится заниматься. Как бы приятная музыка, приятные люди в духовом оркестре. Это как бы и общение со взрослым поколением. Оркестр выступил с программой «Любимые мелодии». Подобные концерты коллектив, как правило, дает в городе Кумертау летом. Этот сезон не стал исключением. У нас ежегодно проходят летние вечера духовой музыки. Духовой оркестр приглашает в этом году. Вот сегодня у нас первое выступление. Цель этих выступлений. Мы хотели бы возродить как-то духовую музыку, которая в последнее время не так популярна, как хотелось бы. И когда играет живая духовая музыка, она все-таки побеждает в людях какие-то хорошие черты характера. Ну, мы этому, надеемся на это. Это вечно, просто оно как бы сейчас считается не в формате. Но я считаю, это очень красиво. По словам участников, немного разочаровала посещаемость в этот вечер. Но радует то, что любители живой музыки еще остались. Мне очень нравится духовой оркестр. Надо было маленько пораньше. Они больно уж поздно стали этим заниматься. Ну, в том году было очень хорошо, мне нравилось. Я ходила каждый день, потому что у меня и папа был в духовом оркестре играл. А это живая же музыка все равно. Живые люди играют на инструментах, все хорошо, красиво. Правда, очень приятно, когда играет симфонический оркестр. Приятно слушать. В былые как бы времена очень приятно, и так какую-то гордость даже имеешь, что у нас еще существует. Пожелать, чтобы побольше было концерты какие-то там, ну, чтобы почаще было как бы сбор людей, детей, чтобы все семьями приходили, слушали. Любители живой музыки оркестр ждет каждую среду в 7 часов вечера на площади Угольщиков. Кумертауские каратисты на минувших соревнованиях в столице Башкортостана сумели доказать свое превосходство. Призовые места, почет и уважение – все это выпало на их долю. Подробнее о результатах расскажет наш корреспондент. 3 июля в городе Уфа в спортивной школе номер 34 состоялся 5-й летний кубок города по карате, в котором приняли участие около 100 спортсменов из разных городов Республики Башкортостан. Организаторами чемпионата является Федерация карате Республики Башкортостан. Организаторами этих соревнований молодежного кубка по карате была Федерация карате Республики Башкортостан, а также Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Кубок города – это реальная возможность для спортсменов проявить себя и набраться опыта. С каждым годом увеличивается количество его участников, а вместе с этим и уровень их мастерства. Это доказывает, что качество организации чемпионата растет. Вот эти непосредственно вот эти соревнования – это были стартовые соревнования после летнего отдыха, наверное, да, и у некоторых ребят это были летние лагеря и сборы. Вот это были стартовые соревнования перед началом сезона, для того, чтобы проанализировать состояние спортсмена, в каком они состоянии, какая у них скорость, да, и над чем им нужно поработать, дабы подготовиться более-менее к чемпионату республики, который состоится в ноябре месяце. Возможно, кстати, у нас в городе Кумертау. Это еще решается. Наш город на соревнованиях представляли 4 спортсмена с клуба «Легион». Спортсмены участвовали в программе «Кумите». Все наши участники оказались на пьедестале. В своих возрастных весовых категориях Вельможин Роман, Азамат Юнусов и Юлия Петревич заняли 3 места. Ну, у меня очень хорошее впечатление об этих соревнованиях. Я, ну, дома долго готовилась к соревнованиям, на тренировках тоже готовилась. Мне все очень понравилось. Ну, я извлекла из турнира, ну, как опыт, все вот как свои плюсы, минусы. На будущее, буду стараться еще лучше, чтобы было. Без побед спортивный клуб не уехал. Арсений Лапин в финале в тяжелейшем поединке одолел спортсмена из Уфы. Соперники были тяжелые, они хорошо работали, но я старался и победил всех. Я выполнял установки тренера. Он мне говорил, как, в самом последнем бою он, соперник был очень большой, он, Павел Аркадьевич мне сказал такую тактику. Он или делает
Кизами или Гиакуцуки, а потом Урамаваши. Я разгадал его тактику и встретил ему в живот. Гиакуцуки, я заработал 1 балл. И я придержался с этим 1 баллом. И я выиграл. Закончился чемпионат, конечно же, награждением. Очень приятно видеть радостные лица ребят, которым вручают почетные грамоты и медали. Коллектив телекомпании желает спортивному клубу «Легион» дальнейших побед, а также развития в своем спорте. В пятницу 5 августа стадион «Шахтер» принял соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Поддерживал спортсменов, в том числе и наш корреспондент. Подобные мероприятия проводятся с целью развития инвалидного спорта и пропаганды здорового образа жизни, а также повышения мастерства и определения сильнейших для участия в республиканских чемпионатах. На открытии почетные гости поприветствовали спортсменов и пожелали им удачных выступлений. Наша в городе работа, она будет продолжена. И сегодня, к вашему сведению, подписано соглашение между Министерством спорта Республики Башкортостан и городом Кумертау по развитию базовых видов спорта. Определено 3 вида спорта базовых, задача которых тренеров, да, работающих в этой области, подготовить спортсменов уровня сборной республики и в дальнейшем уровня Приволжского округа и сборной России. Для города Кумертау это бокс, дзюдо и, что немаловажно, 3-й вид – это лыжные гонки и биатлон для лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата. Соревнования организованы Центром спортивной подготовки «Вымпел» и городским обществом инвалидов. Проводятся 13-й год подряд. Участие приняли спортсмены-инвалиды из Куюргазинского, Кугарчинского и Зеленчуринского районов, а также из городов Кумертау и Мелеуз. Очень довольны, что участвует такой праздник. Вот 2-й год еду в Кумертау, приехала. И участвую 3 года. 3 медали имею. Очень рада, что наших таких людей организованно везут. Везде рады. И жить хорошо, и жизнь прекрасна. Участники соревновались в 5 различных видах спорта – прыжках в длину, метании копья, толкании ядра, дартс и беге на 100 и 200 метров. Также спортсмены-колясочники состязались в проезде на время 100-метровой дистанции. Анатолий Кошеленко более 6 лет участвует в региональных и республиканских соревнованиях среди инвалидов и успешно занимает призовые места. Здесь делается, что мы инвалиды, чем мы можем, какие качества проявить, спортивные достижения. Чтобы это проявить, надо очень много преодолеть. Но мы стараемся. Дружно все это проходит у нас, коллективно, организованно. Что можем, то и делаем. В этом году участие в мероприятии приняли 50 спортсменов-инвалидов. По словам главного судьи, они всегда заинтересованы. С удовольствием приезжают на соревнования из других населенных пунктов. А уезжают с хорошими впечатлениями, благодарят организаторов, улучшают свои спортивные показатели и результаты. В целом, я судила детей, я могу сказать, что у детей, да, видно, что и тренера занимались. Уровень по сравнению с тем годом нынче выше. В городском округе стало традицией проводить праздники территорий, направленные на развитие инициатив жителей, укрепление соседских и семейных отношений. Так, в субботу 6 августа уже прошел праздник в селе Ира. Подобные праздники пройдут еще 9 августа в микрорайоне Восточный, 11 числа в поселке Петки, 13 августа в селе Маячный. Запланированы развлекательные и спортивные программы, работа торговых детско-игровых площадок, выставки, мастер-классы и другое. Это были итоги недели. Я с вами прощаюсь. Мы в эфире по воскресеньям. Архив программы на сайте aris-tv.ru. Всего доброго.